Чача, вы находитесь на канале Призрак Геймс, и мы продолжаем проходить миссии на Икарусе. В игре Икарус на карте Олимпус. У меня осталось 8 миссий. Значит, ну и что мы сегодня пойдем? А сегодня мы, наверное... Что это у нас? Создание запасов? Это, наверное, жесткое создание запасов. А мы пойдем на истребление на Арктическое. На мамонта охотиться. Честно говоря, не помню. Это изыскание, поэтому возьмем кислород, воду обязательно. Значит, костюмчик обязательно. Кирка, топор, лук, нож обязательно. Дальше граната для возвращения челнока. Что нам еще понадобится? Стрелы начальные, скорее всего. Ну и, соответственно, остается у нас место только под два модуля. Два модуля. Нужны ли они нам здесь будут? Либо же мы возьмем что-то другое. Сумку. Ну, кстати, сумку я давно не брал. Так что сумочку можно было бы и взять. Можно, в принципе, отказаться от стрел. В пользу, опять же, модулей. Но тогда что из модулей взять? Ячейки снаряжения, либо же сопротивление яду. Слушай, ну в зиме что нам там точно пригодится, честно понятия не имею. Пока мисс так, но, наверное, сделаем не так. И, наверное, все-таки антибактериальную вакцину закинем одну. А, ну, соответственно, на... Ячейки снаряжения в костюме, плюс 5 ячеек добавим. Да, хотя бы так. Все, подтверждаем снаряжение. Да, поехали. Значит, посмотрим, что это за изыскание, честно не помню. Может быть, я его когда-то и проходил. Но сейчас не могу вспомнить, что там нужно будет делать. Вообще, было какое-то изыскание на бивень мамонта. Но там вроде не было по заданию добыть бивень мамонта, там просто нужно было проход освободить. Вот только не знаю, то ли это задание или не то. А сейчас посмотрим. Но в любом случае задание будет в Арктике, соответственно, это будет уже не совсем легко. Потому что Арктика сама по себе сложная. Плюс это будет 100% Арктика, где ходят белые медведи. Что существенно усложнить задачу. Награда 300 рен, не такая уж и большая. Но и не слишком маленькая, что говорит о том, что задание будет нормальное. Нормально. То есть это не мега легкое, но и не мега-мега сложное должно быть задание. Ну а там уже посмотрим по факту, что у нас получится с этим заданием. У нас долгая игра так подгружается. И все, до сих пор не хочет загружаться. Алло. Что случилось? А, все, приземляемся. Так, ну сразу, значит, карта. Опс. Все, кажется, я понял. Да-да-да, кажется, я понял, что от нас тут требует. И, кстати, хорошо, что я взял с собой гранату, потому что нам отсюда пришлось бы пешком бежать обратно. Найди и убей мамонт. Все. В принципе, задание изишное. Единственная сложность в нем заключается в том, что до мамонта нужно дойти. Можно идти несколькими путями. Ой, смотри, карта какая подгружалась. Ну вообще, да, то есть тут так и есть. Давай, давай, подгрузись. В общем, вот здесь можно, получается, по кишке пройти вот так. Выйти на мамонта. Либо сделать круг. То есть сделать через лесной биом.
через пустыньку зайти отсюда, да? Теперь я смотрю по расстоянию, что так одинаково. Единственное, что если мы пойдем через весь этот биом, то нам нужно много-много стрел, да? Потому что нам нужно действительно нормально запастись стрелами, так как волков там будет, мама, не горюй. Для стрел нам понадобится, значит, что? Правильно, для стрел нам понадобится пещера. То есть мы будем делать кремниевые стрелы. Самый быстрый способ. У нас прям около зоны высадки, в принципе, есть пещерка. Я смотрю, прямо вот здесь вот. Поэтому нам просто под гору спуститься. Вот здесь вот должна быть... Опа! Стоять. Забираем все. Ну да, конечно, вакцина была лишней, но мы ее тогда просто и использовать не будем. Так, значит. Баллоны пригодятся. Так, расставляем оружие так, как я его использую всегда. Все это оставляем здесь. Это мы не трогаем, это мы не трогаем. Соответственно, нам нужно железо. Куча железа. По идее, помимо железа нам нужна кожа. Куча кожи и мяса, кстати, также нам понадобится. Поэтому давай-ка мы немножечко камня подолбим. Нам нужно верстак сразу сделать, сразу верстачок поставить внутрь. Ой, как хорошо, слушай. Сразу 4 костра можно сделать. То уже хорошо. Смотри, железная руда на улице прям лежит. А почему бы сразу ее не собрать? Так мы уже будем заходить с кремниевыми стрелами на червей. 43 руды. Это хорошо. Так, и еще, что нам нужно? Что нам нужно? Это обычные каменные стрелы. Для начала, потому что, ну, мне же нужно первые кости заработать где-то. Я волка здесь не вижу. Убегает серна, зараза. Там кто у нас? А, это кролик побежал, засранец. Тут, кстати, бы помог бы нам волк, в принципе, чтобы облегчить задачу. Но я не вижу волков. А олень, смотри, меня уже увидел и убежал. Ой, как хорошо, слушай, еще хедшотик. Так, давай забираем все. Стрела осталась? Не, стрела не осталась, к сожалению. Ну, давай этого так убьем, аж упадет. Воу, а что случилось? А что мы мажем? Тут не знаю кто. Все, превосходно. Уже на спальничек, считай, нарубили. Так, замечательно. Еще и мясцо заработали. Так, теперь. Теперь, получается, нам нужно деревце. Нам нужны ветки. Вообще нам еще нужно будет на дом начальный, да, собраться. В принципе, мамонта этого я помню. Он несложный. До него только дойти будет долго. А убить его вообще проще простого. Так, стоп.
Здесь еще не хватает волокон, не хватает. Сначала нужно вот эту вещь создать. Верстачок так называемый. Так, а мы где вообще? Все правильно, да, вот сюда нам нужно идти. Ой, хорошо, как морковка, слушай. Морковка это вообще бомба. А я не сделал стрелы другие, да? Морковка для начала будет хороша. Единственное, что нам еще морковки-то насобирать бы. И тыквы вижу, тыквы. Все, ну, в принципе, у нас уже два бафа есть на начало. Все, еще костяных стрел немножечко набахаем. Даже с таким уже арсеналом, в принципе, можно идти, но мы все-таки перестрахуемся. Там со стрелами проблем вообще не будет. Потому что стрелы из каждого волка можно сделать еще 5 стрел. Единственное, что получится. Нужно будет всех добывать. И палок с собой захватить. Все, небольшие бафы мы уже развешали. Все, замечательно. Теперь кидаем сюда вот этот столик. Замечательно. И добываем железо. Максимально сколько тут есть. Жалко, нельзя с меди сделать, с алюминия, да, стрел тоже, чтобы они были просто. Ну и каменные, соответственно, конечно, они вообще ни о чем. Хорошо, мы сейчас кремниевых, в принципе, я думаю, соточку сделаем. И нам уже будет более чем достаточно. С волками постараемся особо не заигрывать. Бафы тоже начальные сделаем. Остальное все там уже будем добивать, если что-то нам нужно будет. Я думаю, по мясу мы наберем. А по ягодам сейчас здесь пробежимся, пока это все будет крафтиться. Пока мясо будет жариться. В принципе, начальная уже есть. С мамонтом самим, я думаю, у нас проблем не возникнет, так как там его можно будет отстреливать даже с расстояния, насколько я помню. Если это, конечно же, еще не пофиксили, то там можно будет смело его расстреливать с расстояния, и он тебе ничего не может сделать. Слушай, ну там уже 300 стрел будет, да? Железа здесь даже много, поэтому можно будет даже не опасаться, спокойно воевать. Единственное, что я бы хотел бы домик все-таки с собой бы захватить, чтобы как бы в тепле, уюте, потому что в зимнем биоме часто бури бывают. А там ты волокон особо уже не надыбаешь. Как и дерево, в принципе. Все, да? Так, ну мне веток нужно, да, получается? По 10. 40 создаем. И мне нужно будет 400 кожи тогда. Получится. Угу. Кожи не хватает только, да? Все, понял, принял. Сейчас мы пойдем кожу настреляем маленько. И у нас будет уже почти 400 стрел. Пока будем стрелять кожу, как раз немножечко еще ягод соберем. В плане ж мясо, морковку. Обычное мясцо, элитное мясцо, ну и тыковки.
Для этого нам нужен лук. Волк где-то рядом, да? Это кролик. Замечательно. Это первая кожа у нас. На подходе. Собираем пока все. Я думаю, все нам пригодится. Оп, морковка. Еще морковка. Больше морковки не вижу. Все, конечно же, не очень хорошо, но и так замечательно. Это опять кролик. Не, волк, смотри. Спал, бедный. Разбудили волка. Ага, хорошо. Давай, выходи за камня. Превосходно. Как у башу олень. Мы как раз сейчас спальник сделаем даже сразу. Для спальник, наверное, можно будет и позже сделать. Не столь критично. А, олень побежал куда-то. Ладно, пусть бежит. И у нас там по коже 194 единицы. Обратно решил прогуляться. Это зря, конечно. Уж мы тебя тут ждем же. Так, забираем. Так, ну пару тыков я еще нашел. Еще морковочки чуть-чуть найти. Хотя тыков бы тоже не помешало еще парочку. Давай спальник создаем тогда. Волк. Волк это хорошо. Волк это еще дополнительная кожа. Молодец. Вот зараза, еще один. Ну ладно, чуть-чуть, конечно, подранили. Но зато дополнительная кожа. Но уже кажется, как будто бы даже слишком много. У нас там столько железной руды нет. Поэтому потихонечку двигаемся. Так, погоди. Я сейчас где? А, ну я прямо около пещеры где-то, да? Здесь где-то пещера. Вот она. Так, ну костры теперь придется ждать, пока дождь закончится. А вот это, конечно. Сейчас сдаем. Ну слушай, почти 400 стрел. Классно. Я думаю, классно. Так. Здесь у нас вот тыквы были. Здесь у нас... А, нет. Мясо было элитное, да? Пусть тоже жарится сейчас. Здесь у нас что? Вот здесь была морковка. Я всю морковку забрал. И здесь мясо было. Все хорошо. Дождь закончится. Закинем жариться, продолжим. Так, ну смотрим. Железо я все собрал. Ты шо, блин? Совсем дурная, что ты вылезла? Ну, вроде да.
Вроде все собрали, поэтому идем сюда. Доделываются стрелы последние. Это замечательно. Так, а что мне нужно? Мне с камня в принципе ничего не нужно. Это тоже мне не нужно. Ремесло. Сейчас мы сделаем стрел. Еще 20 костяных, да, чтобы были тоже. Все превосходно. Слушай, ну смотри, стрел. 401 стрела кремниевая. Еще и кожа осталась. Волокна. Но нам нужно, получается, теперь домик собрать. Ага, на домик не хватает. Не хватает, я так понимаю, дерева. Раз волокон у нас там куча. Значит, еще пару минуточек. Соберем домик. Себе в сумочку. И, в принципе, выступаем. Как бы подготовка здесь все-таки нужна. Так, домик, значит, нужно 8. Угол крыши 8, пол деревянный 6, все правильно. И у нас там древесина кончилась. Значит, мы еще собираем дерево. Получится убить волка деревом? Не, не получилось, слушай, жаль. Ну что, да выпендривался. Я тебя предупреждал. Вот, зараза, еще один пришел где-то. А он перепрыгнуть не может. Ну пусть прыгает. Еще нельзя. Он застрял, балбескин. А ну ты балбескин, волк. А шо здесь так много? Развелось, слушай. Еще кабачки. У меня, по идее, бы еще морковочки. С тыквами действительно бы пожарить бы. Что по камеси у меня маловато. Оно они быстро заканчиваются в плане из-за этого. Они там на дерево агрятся. По дереву хотел одного убить, и все, они теперь на него сагрились. Ну пусть, пусть. В принципе, пока мне не мешает, все можно активировать как раз. У нас костерочки все. Все, активируем. Вообще, сколько наберется, столько наберется. В любом случае, бафов. Поэтому особо там я запариваться не буду сейчас. Как только мы домик собираем. 8-6 есть, спальник есть. Это есть. Получается, мне нужна дверь. Дверь. Есть. Костер мы один с собой заберем. Все, теперь балки остаются. Сколько? 10. Слушай, ну 10, кажется, будет маловато. Поэтому давай. Ой, бля. Уф. Извиняюсь, эмоции, эмоции. Все, ну балок тоже будет нормально. Не, ну я думаю 10 до 20, чтобы добить. Потом, после балок, лестница. Все, замечательно. Еще на 3 лестницы, получается, у меня не хватает. Сейчас мы это заделаем. Все, превосходно. Еще 3 лестницы. В очередь. Я думаю, это выкинуть. А это нужно? Ну, да это тоже нам не нужно. Еще 34 стрелы можем сделать. Замечательно. Так, давай мясо забираем. Морковку на гриле забираем. Мясо.
Забираем. Тыкву забираем. А тыкву, кстати, у меня и не было, да, толком? Так. Все. Здесь, кажется, еще должно что-то дожариться, да. Все, выдвигаемся. Все, выдвигаемся. Наша миссия начинается. Вроде бы мы все подготовили, все, что нам нужно. Я же правильно пошел? Да. Именно здесь вход. Бука мне должно хватить. 4 бафа на нас действует. У нас все превосходно. Конечно же, если я здесь еще увижу тыквы, либо морковки, постараюсь их собрать. Вот они, морковки. Морковки, морковки. Есть еще морковки? Не вижу. А у меня есть волокна вообще? 177 волокон, да? Волокна тоже, по идее, нужно будет пособирать маленько. Оп, морковка. Ну, там разнообразить больше нечем будет, поэтому, ну, хотя бы у меня 3 бафа будет, потому что тыква в любом случае скоро уже кончится. Она портится довольно-таки быстро. И баф от нее не так уж долго идет. Поэтому, конечно, если бы мы еще что-то нашли по дороге, лишним бы не было. Но мы уже входим в зимний биом, и, соответственно, можем забывать про тыквы. Тыкв больше нет, а морковки сколько? 8 морковок есть. Пусть валяются. В инвентаре, если что, пожарим, так хотя бы третий баф будет у нас стабильный. Ну и все, залетаем в зимний биом. Так, здесь волки будут идти от нас. А, зайцы, конечно, а на нас. А, вот эти кролики. Таежные, конечно. А, тыква пропала нам. А вот эти кролики сбивают сейчас жестко. Вообще ни черта не вижу. Давай сразу себе баф продлим. В плане, что путаешь, волк это или сраный кролик. Разделывать я их не буду, чтобы не тратить лишнее время. Поэтому бежим. Расстояние, в принципе, не близкое. То есть мы буквально только зашли, нам еще... Ёшкин кот. Переть нам еще долго. Все будет зависеть от того, как на нас будут идти волки. Если они идут от нас, то есть мы заходим им в спину, то мы можем смело их просто пробегать. Но если они идут на нас, соответственно, нам нужно будет их сразу устранять. Так, бежим потихонечку, бежим, особо не останавливаемся. Да, этого не нужно, например, он от нас идет, он нас и не увидит. Пока еще и барцев нету, смотри-ка, снежный, да? Пока только волки встречаются. Но побежали. От этих, в принципе, можно пробегать. Но почему я пошел через зимний биом? Потому что это дополнительная прокачка персонажа. То есть именно только из-за этого я пошел через зимний биом. По идее, было бы через лесной гораздо проще.
протеще и безопаснее. Лесной плюс пустыня. Но для прокачки персонажа, мне кажется, лишним не будет. То есть у меня очки чертежи еще не все открыты здесь. Насколько я помню, что надо будет посмотреть, повкачивать и поглядеть действительно, насколько не все. Вот, поэтому пусть я буду убивать не всех волков, которых вижу, но все равно буду получать нормальное количество опыта. Потому что лес плюс пустыня — это скорее просто пробежать максимально быстро. Да, максимально безопасно, чтобы не останавливаться на как раз таки волках. Ну и не только на волках, то есть на всяких хищниках, просто тупо пробежаться. И тоже имеет место быть, так сказать. Я, кстати, тоже подумывал пройтись так, но так как я все-таки на персонаже пытаюсь пооткрывать очки, то мне, конечно, желательно бы именно здесь пройти. Да. Буря нам, конечно, сейчас подосрет. Да ладно, ну 3000 с каждого волка, то есть неплохо, неплохо. Слушай, ну нам бы в пещерку хоть какую-то бы укрыться, что ли? Либо уже в камне. А вот, кстати, вон там я вижу пещерку, да? Можешь, да. Здесь, наверное, переждем. Блин, ее еще и копать придется. Ну ладно, давай покопаем. Уж по буре двигаться такое себе. Потому что если слопотать еще гипотермию, то будет вообще весело. Да здесь попроще пещерка. Кстати, а грибочки можно сразу пожарить, интересно? Так, давай поспи. Да, можно. Слушай, ну, все нормально получится. Да, давай пожарим, как раз погреемся маленько. Вот так, оп. Ах ты, зараза. Все, давай, поспи. Маленько. Так, давай грибочки и морковку потом тогда. Обжаренный гриб. Нормально. Как раз у нас тыквка скоро пропадет. Так будет обжаренный грибок. Ой, буря там вообще, кстати, какая-то красная. Так, пособираем. В принципе, у меня еще лестница есть, поэтому я отсюда вылезу без проблем. Тут можно и так, да, даже вылезти. Не столь критично. А, слушай, здесь... Так просто не вылезешь, да? Ну, давай тогда вот так. Окей. Так. Ёшкин кот, 35 грибочков.
А, они по 10 стакаются. Хорошо. Пусть будет так. Вот это мы тогда выкинем все-таки. И сразу начнем с грибочками. Так, ну все. Последний пошел. Пролет красный. После красного выходим уже. Ой, смотри, какой узелок. Прикольненько, вот этого сот не видел раньше. Хорошо, сейчас как красный заканчивается, мы сразу же стартуем. То есть, но мы уже дошли вот до этого перевалочного пункта, да? Конечно, идти нам еще нормально. Ох ты ж, ё-моё. Кстати, придется здесь еще и ночь пропустить, да? В принципе, я думаю, это будет довольно-таки просто, так как у нас уже костер горит. Все, ждем. Сейчас продолжим. Так, ну что ж, выдвигаемся. Выдвигаемся, все, буря как раз почти закончилась. Скоро новый баф еще накинем. Так что у нас пока все замечательно. А, гипотермию все-таки хапанули, да? Вот. И костерочка были, но все равно подхватили. Отогреваться тогда уже будем на месте. Ой, вот так нельзя, по идее, делать. Потому что если ты промазал и не убил с хедшота, ты сагрил всю стаю. В стае обычно 5-6 особей. Соответственно, ты сагришь всех. Поэтому лучше, конечно же, с хедшота. Вот так сделал. Ёптошу мать. Что ж я мажу-то? Вот, попал в тело, сагрил всю стаю. Самому же сложнее живется. Все еще не понимают, то ли кролики все, то ли еще волки. Не, вроде кролики все чисто. Здесь кролики, кролики тоже. Ну, вот так вот и бежим, в общем. Потихонечку, потихонечку, не спеша. Проходим это изыскание. Так, скоро нужно бафы будет обновлять уже. Но не забыть это дело. Так, ну-ка посмотрим состояние. Это что у нас? Гипотермия. Мне все-таки нужно согреться, пишет, да? Все-таки, значит, придется нам сделать так. Сейчас мы прямо вот здесь где-нибудь. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Активируем. Согреваемся.
Что, ну я же не буду на костер вставать. Все. Так, гипотермия спадет. Вот это я встрял. Давай быстрее ломайся. Все, гипотермия спала. Костер я могу забрать. Да и чё бы с этим костром, слушай, у меня гипотермия спала. Я еще горю. Как раз бафы продлим. Так, сейчас он уже затухнет через 2 секунды. 2, 1, все. И у нас все замечательно вообще. Ну, ПХПшечки просели. Зато отогрелись. Знатненько. Ой-ой-ой. Нам сейчас главное с волками. Так, ну мне сейчас поворачивать уже, да? Это что? Тут еще, конечно, нам бежать, 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 снова бежать. Хорошо, один был, да? Ну, один, да. Давай поменьше промахивайся все-таки. Это много начал. Много промахиваться. Много промахиваться — это плохо. Так, кто там бежит на нас? То еще? Так, это застрял где-то там, да? Провалился? Да. Окей, валим так. Это зайцы, да? Жесть, в глазах уже аж рябит от белоты. Хорошо. Здоровье, кстати, восстанавливается потихонечку. А, боже, вы шо? А, ты еще не решил нападать или... Эй! Ты кто, блядь? Иди в жопу. Я не буду с тобой воевать. Пошел ты. Вот этих здесь я не встречал, кстати, раньше. Вроде как да, их, видимо, добавили. Тогда они стали гораздо чаще ходить. Уж уже не первое изыскание, когда я хожу по этому биому, то есть тут мамонт лазит. Прикольненько. Но нам нужно вон туда, между этих двух гор. Попасть, если я не ошибаюсь. Ой, да, я как бы не ошибаюсь, но там еще столько же придется пилить примерно. Поэтому бежим, не стесняемся. Кто там где агрится? Да, кстати, я с костяных уже на кремниевые стрелы перешел, да?
Уже начал кремниевые тратить. Ну, ничего страшного, правильно. Мы их для этого и делали, чтобы тратить. Ну все, летим. Так, но, наверное, когда я уже дойду примерно вот до сюда, тогда и продолжим. В принципе, дальше геймплей будет точно такой же. Просто по-тихому бежим, бежим, бежим. Так что встретимся через минуту, через секунду. Так, ну что ж, продолжаем. В общем, поставил я небольшую кибитку со спальником. Прописался в спальнике. Ну и получается, вот она наша жертва. Вон тот слон. Значит, убивать мы можем его двумя способами. Через балки, либо же через лестницы. Я его вообще раньше уничтожал через лестницы. Довольно-таки тоже действенный способ. К скале ставишь лестницу. К ней еще одну чуть выше. И спокойно его разбираешь. Опять же, можно через балочки. Через балочки я его не пробовал. А там высоту, конечно, нужно минимум в 2. Опять же, это желательно, когда он отойдет немножечко подальше. Погоди, где-то экзоматерия? Нет, такой звук обычно, когда ты экзоматерию находишь. Это не звук миссии. Звук найденной экзоматерии жила. Ладно, посмотрим потом, где экзоматерия может быть. А вот она. Слушай, ну да, так, бафы продлеваем. Вот она, экзотика архит. Так, ну давай тогда. Так, ну я думаю, 2 хватает же вроде. Так. Теперь на всякий случай вот так. Ну давай пойдем слоняку дразнить. Время у нас день. Так, ну что, пойдем согреться. Много ему надо. Слушай, ХП, конечно, у него там практически не убавляется, да? Слушай, ну он там застрял вообще. Так, я буду, конечно, его пилякать очень долго, но что делать? Я ему в бивень попал. На еще бивень попал. И еще. Давай поближе подойдем. Уже, ну забакался он, конечно. У меня сейчас двоякое чувство, как бы хотелось его выманить на ровную, чтобы он сюда подошел и проверить вообще, как он пойдет его с двухъярусного отстреливать или нет. В то же время как бы не хочется его выманивать, потому что если не пойдет, то придется что-то искать новое. Я не вижу, как ему в хедшот проп. Ну ему вроде нужно прям в нося рубить, да?
Ты что, думал, я тебя отстану, что ли, так просто? Ну давай ему хотя бы половиночку снесем. Что-то ему. Вообще непонятно, куда попадаю. Хорошо, давай поближе. Да, это ты в рог, когда попадаешь. Ну, стрел у меня явно хватит и так его запулякать. Так, если честно, не особо интересно. Но хотелось все-таки. Слушай, а если я его отсюда приду гасить? Да ты шо? Ой, бой. Ну все, хана тебя. Уберите на вооружение, кто проходит. Дождался, пока на гору поднимется, а потом начинаешь его отсюда настреливать. Воу, с Присти там вообще 1600. Пиздел. Добудьте бивень. Давай, добудем бивень. Целых два. You did. Вернитесь с челноком. Это же дропшип. Давай сюда мне челнок пригонить. Побырик, пожалуйста. Все? Не, вот это мне нравится. Слушай, ну гранаты, которые челнок пригоняет, вообще бомба. Че там взлетает, нет? Все, да, вот она летит, родимая. Ну, погнали, все, домой на миссию. Ну, миссия, конечно, оказалась легкой, да. Лесная сложность — это подготовка, но и то, опять же, я переборщил даже, да. После той разморозки с мамонтом я теперь, опасен так. Ничего себе, сейчас прям по нее бы. Где? Вот она. Ай-яй. Все. Забираем все, вернуться на станцию. Вот такие вот дела, ребятки. 300 рен выполнено. Вот такие вот дела. Ну что ж, огромное вам спасибо за ваш просмотр. Лайки, комментарии, подписки, за ваши теплые слова, за ваши слова поддержки. Да и просто что заглянули. Огромное-огромное вам спасибо. И до скорой встречи. Чао. С вами, как всегда, был Призрак Геймс.